Всем привет! Сегодня у меня для вас вариант дизайна ногтей в розовом и голубом оттенках гель-лака. Покрытие буду делать гель-лаком, поэтому ногтевую пластину я предварительно запилила бафом и обезжирила. Затем я наношу базовое покрытие и буду просушивать в лампе. Наносить цветное покрытие я буду в два слоя, каждый слой буду просушивать в лампе. Кому интересно номера оттенков, смотрите внизу в описании под видео. Тонкой кистью наношу дизайн, название кисти также есть в описании под видео. А затем воспользуюсь белой гель-краской для прорисовки тонких линий. Также вы можете использовать для этого дизайна белый гель-лак или акриловую краску. Нанесу финишное покрытие и просушу его в лампе. Вот такой сегодня у меня получился дизайн ногтей. Всем, кому понравился этот дизайн, ставьте лайк, а также не забывайте подписываться. До скорых встреч!